Сотрудники управления МВД России по Одинцовскому городскому округу проводят профилактические беседы с жителями в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В ходе патрулирования общественных мест полицейские призывают граждан ответственно относиться к рекомендациям и ограничительным мерам. Без необходимости не выходить из дома, беречь себя и своих близких.